Современная жизнь требует большой самоотдачи и энергии, поэтому красота и здоровье современной женщины находятся на первом месте. Поддержание красоты и здоровья не тяжелый труд, а дисциплина, которая со временем становится привычкой. Женское здоровье – это очень обширное понятие, включающее в себя не только уход за телом и внешностью, но и внимательное отношение к работе внутренних органов, что в совокупности дарит прекрасной половине человечества отличное самочувствие, невидающее обаяние. Путь к красивому и здоровому телу невозможен без отказа от вредных привычек, изменения своего рациона и активного физического развития. Есть несколько правил правильного питания для женщин, которые хотят всегда оставаться красивыми. Откажитесь от сладкого и мучного во второй половине дня. Каждый день включайте в рацион животный белок. Крахмалистые гарниры замените овощами и крупами. Совсем от картофеля отказываться не стоит. Просто сделайте его самостоятельным блюдом. Все жареное замените тушеным и запеченным без масла. Яркие цвета в еде – залог энергии и хорошего настроения. Психическое здоровье также влияет на общее состояние организма. Многочисленным вопросам найдется решение, если женщина чувствует себя отдохнувшей и спокойной. Полезно научиться абстрагироваться от малозначительных проблем и перестать беспокоиться без повода. Постарайтесь создать гармонию внутри себя и в окружающем мире. Научитесь понимать своего партнера, а в свою очередь мужчина должен отвечать тем же. Взаимопонимание, интерес к друг другу и комфорт создает благоприятную обстановку и делает вас только краше. Различные женские заболевания отрицательно влияют на самочувствие женщины и на ее внешность. В течение всей жизни женщины сталкиваются со множеством заболеваний, которые являются результатом либо плохо пролеченных или не диагностированных вовремя инфекций или воспалений. Поэтому раз в полгода женщина должна посещать гинеколога, который проверит ее на наличие неприятных, а иногда и даже очень опасных инфекций и заболеваний. Когда в организме начинают развиваться инволюционные процессы, в результате чего снижается синтез половых гормонов и наступает климакс, гинеколог тоже должен быть рядом и протянуть руку помощи для облегчения симптомов менопаузы, индивидуально подобрав наиболее эффективные методики терапии. Вокруг возраста 45+, у прекрасной половины человечества много стереотипов и страхов, в том числе и опасения потерять сексуальность, привлекательность, тонус. А менопауза и вовсе расценивается как некое неизбежное наказание природы. К счастью, современная медицина не стоит на месте, и в настоящее время в гинекологии и косметологии широкое распространение получил метод плазмолифтинга. Данная методика основана на введении в пораженный орган богатой тромбоцитами плазмы. Функция тромбоцитов заключается в восстановлении тканей и слизистой оболочки. По окончании лечебного курса восстанавливается слизистая оболочка, устраняются неприятные ощущения и дискомфорт. Комфортная физическая нагрузка, регулярный, по потребностям возраста, уход за лицом, телом и волосами, отказ от жестких диет и вредных привычек, правильное питание и сбалансированный режим дня, включая полноценный сон и прогулки на свежем воздухе, помогут вашей красоте и здоровью сохраниться на долгие годы. Будьте здоровы и счастливы, милые дамы! С вами была рубрика «Clean & Beauty». До встречи!